Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Пока вы ставите плюсы, я вам скажу о том, что у нас по вчерашнему занятию появились определенные планы по новым торговым стратегиям. Поэтому, я думаю, в понедельник мы с вами рассмотрим трендовую стратегию Александра Элдера, то есть это тоже готовая трендовая модель, которую можно применять. Посмотрим, как она согласуется с той моделью, которую уже рассмотрели, и каким образом, в принципе, можно работать по его классической трендовой стратегии. То есть он ее назвал «три экрана», но по-хорошему это вот классика трендовой торговли, именно принцип, который применяется в этой стратегии, можно применять и для других своих торговых идей. Ну что ж, начнем наш аналитический обзор. Плюсики в чате есть, значит, все работает. Отлично. Сегодня у нас есть тоже интересная информация по тому, как сформировались движения по иене. Посмотрим, что в принципе произошло за данный период времени. Итак, значит, нам нужно 7.10.30. Вот мы с вами находились вот здесь по евро-доллару. Смотрим, что произошло. Во-первых, у нас цена подошла к средней, загуляла у средней, у нашей трендовой, да, вот, которая идет с часового графика с периодом 120. И у нас тренд таким образом обнулился. То есть мы находимся в боковике вот в этот период времени, и нам нужно выжидать сигнал на вход, на лонг и на шорт. Ну, по лонгу мы сказали, что у нас вот есть только один вот здесь максимум. Нам нужно, чтобы максимумы понижались. Здесь, в принципе, только были вот такие возможности, да, нарисовать эту линию. Ну, то есть очень резкая такая линия, да, под большим углом идет вниз. И, в общем-то, здесь особо торговый сигнал мы не могли по ней наблюдать, поскольку цена гораздо дольше гуляет внизу. И, ну и вообще мы понимаем, что вот такие, скажем, резкие линии, да, они, в общем-то, вряд ли будут пробиты с точки зрения тайминга, именно времени. Если, допустим, этот максимум был бы у нас вот такой, и дальше вот так, то мы понимали, что эта линия идет вот таким образом, и да, там есть вероятность чисто по времени, да, вот вписаться в пробой. Вот такие же резкие линии, они, в общем-то, не дают нам этого входа. Ну, то есть я к чему? Я к тому, что сигнала на вход в лонг у нас не сформировалось. В дальнейшем у нас, видите, цена начала болтаться вокруг этой линии. То есть у нас не было возможности здесь найти коррекцию. Единственное, что здесь было, это вот, вот такой уровень, он почти горизонтальный. То есть если его вот так выделить, да, это вот практически горизонтальный уровень. Коррекционного движения нашего здесь не развивалось. Ну, просто удалю эту линию, да, дальше будем наблюдать за ситуацией. С точки зрения нисходящего движения, здесь было чуть более четко, то есть что у нас происходит, цена уходит ниже, появляются минимумы, то есть здесь вот этот минимум, да, вот этот минимум, вот этот и вот этот. В принципе, может быть, да, вот кто-то из трейдеров вот такие минимумы себе отметил, тогда здесь тоже был краткосрочный вот, такое движение вниз, да, возможно, тоже вы заходили, или трейдеры заходили, которые вот здесь торгуют. Но опять-таки, это вот такие достаточно маленькие движения, да, я их показываю, чтобы отметить по той причине, что у каких-то трейдеров они могут быть. Поэтому картину мы, так сказать, разбираем широко, да. Если вот эти минимумы мы не рассматривали, ну, в силу того, что, допустим, они у нас слишком близко расположены, да, то есть вот здесь у нас индикатор MACD выше нулевой линии не уходил, то есть с точки зрения подтверждения по индикатору MACD они слабоваты, то в принципе первое, вот, на что мы могли обратить внимание в дальнейшем, это вот этот минимум, то есть здесь мы четко ушли вниз, четко ушли вниз, индикатор MACD внизу пересекает нулевую линию, то есть образуется хороший минимум по цене, по индикатору, и этот минимум мы явно здесь оставляем. Дальше цена уходит выше, потом ниже. И вот здесь тоже формирует еще один минимум. Поэтому первый
так скажем, сигнал, который трейдеры здесь могли для себя отметить по именно нашей трендовой модели, это вот эта ситуация. То есть что у нас происходит? Что цена уходит ниже средней, вот здесь движется под средней, ведь мы же будущего с вами не видим, мы вот в такой ситуации находимся, да, то есть мы всегда понимаем, что будущее рынок нам рисует, ну, так сказать, мы в него заглянуть не можем, и принимать решение приходится у правого края графика, который неизвестно, как себя поведет в моменте. Поэтому вот здесь у нас вот эти два минимума, есть линия, и при этом цены закрепляются ниже средней. То есть мы начинаем серьезно полагать, что тренд будет развиваться в нисходящем направлении. Опять-таки нет стопроцентной гарантии, но в рамках трендовой модели это для нас является критерием наличия тренда. Далее что происходит? Вот цена у нас как раз пробивает данный уровень. Вот здесь возникает сигнал на вход. Стоп-лосс у нас за максимум. Буквально вот чуть-чуть, да, его не сорвало. Дальше начинает загуливать вот так вот вниз. То есть тут тоже будет сильно зависеть от трейдера, насколько вы агрессивно или консервативно подтягиваете стоп-лосс. Вот у меня сейчас пока позиция по доллар-евро висит. Просто потому, что вот стоп за максимум, и он, видите, до него еще не дошел. То есть, может, дойдет, может, не дойдет, не знаю. Но вот пока вот на этих движениях, в общем-то, тут особо не разгуляешься. Движения маленькие, и переносить стоп-лосс особо некуда, да. То есть, получается, поставили изначально, вот он и стоит. Если говорить о дальнейшем развитии событий, например, вы как трейдеры сейчас пришли на рынок, здесь что у нас есть? Только вот этот минимум, который формируется сейчас, когда цена поднимется, повыше закрепится, появится подтверждение. То есть единственная тогда коррекция у нас будет, возможно, вот такая. Тут, видите, достаточно у нас широко разнесены минимумы, но это единственный сигнал, который, ну, с точки зрения коррекции, мы можем для себя отметить. Больше, к сожалению, здесь ничего нет. Если цена все-таки пойдет наверх и закрепится за средний, то это будет означать, что наш нисходящий тренд не получил продолжения, и мы будем уже ждать формирования над средний. Да? Сразу скажу, что евро-доллар у нас сейчас не фаворит. То есть это вот валюта, которая сейчас, видите, гуляет в боковике. Я думаю, вы уже за месяц там проведения наших обзоров примерно поняли ситуацию, да, что какие-то валюты нам интересны в один период времени, в другой период времени они нам не интересны. Вот здесь аналогичная картина происходит как раз с евро-долларом, ну и, к примеру, с доллар-иеной. Да? Вот посмотрим, что сейчас показывает доллар-иена. Для начала посмотрим трендовую картину. Вот у нас часовой график. Цены ушли под среднюю вот здесь. И от этой точки уже прошли вниз 5000 пунктов. Сейчас немножко откатываются наверх, то есть получается общее движение 4000 пунктов. Но в первую очередь хочу показать вот именно этот хороший нисходящий тренд. Вот именно такие тренды формируют прибыль трендового трейдера. В какие-то периоды у нас евро-доллар заходит в тренд, в какие-то периоды доллар-иена, в какие-то фунт. И в данном случае по евро-доллару у нас идет боковик. То есть мы заходим, срабатывают стоп-лоссы, либо нулевые сделки, стоп-лоссы, благо, небольшие, видите, там у нас 150 пунктов, то есть все равно происходят убыточные сделки, хоть и небольшие, но они есть. И вот именно трендовые сделки позволяют покрывать тот убыток, который возникает по убыточным сделкам, и позволяют зарабатывать прибыль. Вот такой большой нисходящий тренд по иене как раз нам показывает типичную картину вот такого хорошего движения. Если мы с вами пропускаем такой тренд, это очень плохо. То есть получается, к примеру, мы решили там не торговать иены, или знаете, как бывает у трейдера, что вот здесь цена пробивает там среднюю, да, начинает формироваться нисходящий тренд, а трейдер думает, ну, тут вроде новости, или мне друзья там рассказывают, убеждают меня в том, что тренда не будет такого нисходящего, что доллар-иена будет расти, и вы вроде как думаете, ну ладно, сейчас не буду заходить. И в итоге это перерастает в такой тренд. То есть очень важно каждый потенциальный вот тренд, который развивается, считать тем, что он будет
большим, и вы на нем заработаете. То есть если мы будем фильтровать саму идею тренда, то есть, ну вот, допустим, вот здесь сейчас у нас вот пошел тренд, а я вот, знаете, как-то вот считаю, что вряд ли он получит продолжение. Да, в каких-то случаях это сработает. Ну вот как вот здесь, например, да, вот цена пошла наверх, тренд сильно не развивается. Цена пошла вниз, тренд сильно не развивается, снова наверх. И вот здесь, если мы ничего не делаем, мы от этого выигрываем, потому что у нас нет убытков. Но с другой стороны, если вот здесь мы тоже пошла она вниз, мы думаем, ну, она же вот здесь все время в боковике гуляла, тут-то она вряд ли вниз пойдет, а она как раз идет. И как раз то, что она здесь долго гуляла в боковике, это говорит о том, что скоро она закончит боковик, она же не может вечно в боковике гулять. А мы, к примеру, раз и пропустили этот тренд и не дозаработали. А потом начинаем суетиться, а тренда нету, да. Ну, здесь вот была более хорошая ситуация, да, здесь тут был вниз тренд, потом тут был наверх тренд, и тут снова вниз тренд. То есть тут-то как раз с трендами все в порядке. И вот нельзя допускать пропуск трендовых движений. И вот иена сейчас как раз является вот таким фаворитом. То есть получается, что у нас формируется хорошее трендовое движение вниз, ну как формируется, оно уже давно идет, да. С точки зрения коррекции у нас здесь вот эта ситуация возникла. Вот. Поскольку она уже 5000 пунктов в тренде, конечно, сейчас заходить в тренд будет некомфортно психологически, но это классический сигнал. То есть все идет вниз, и вот в какой-то период формируется восходящая коррекция. Это как раз и есть тот сигнал, который нам нужен. То есть до этого, да, у нас там были другие сигналы, да, я напомню, мы отмечали там горизонтальные уровни у нас были, мы сказали, что в горизонтальных сейчас коррекциях больше, да, доллар-иена, здесь горизонтальный уровень был, ну, то есть мы это уже вот на прошлых обзорах разбирали, да, то есть есть определенные движения, и вот сейчас, после того, как все это очень сильно упало, у нас формируется тоже некая восходящая коррекция, ну и вот сигнал на вход будет сформирован тогда, когда цена пробьет эту линию со стопом за тем максимумом, который будет сформирован. Это будет классический трендовый сигнал. Да, психологически некомфортный, но он будет. Так что доллар-иена вот сейчас как раз демонстрирует ту идею, очень важную, на мой взгляд, идею, что необходимо проторговывать портфель инструментов. То есть я крайне не рекомендую заниматься каким-то одним инструментом. Есть трейдеры, которые все время торгуют евро-доллар, и кроме евро-доллара ничего больше не торгуют. Ну вот, они считают, что лучше разобраться с одним инструментом. Да, в принципе, это тоже подход. Но когда вот мы торгуем несколько инструментов, с точки зрения рисков мы можем риски распределить, и торговать три инструмента с точки зрения рисков, это будет то же самое, что и торговать один инструмент. То есть если будут убытки, то можно сделать так, что там по одному инструменту вы потеряли бы сумму X, и по трем инструментам вы тоже потеряли бы сумму X. То есть количество потерянных денег в случае убытков не увеличится, если вы торгуете тремя инструментами. Но зато, если вы торгуете тремя инструментами, увеличится количество потенциальных трендов. То есть получается, убытки мы проконтролировали, а в тренд, получается, одна из валют пойдет, в то время как другая, к примеру, еще там будет в боковике. Вот это вот соотношение доллар-иена, евро-доллар, да, вот сейчас это показывают. Но, в принципе, это не только эти две валюты. Дальше мы возьмем, к примеру, фунт. И вот мы тоже увидим, да, что фунт у нас загулял в таком вот боковичке. Кстати, сейчас смотрите, что интересно происходит, да. Происходит очень хороший рост. Так, вот у нас часовой график. Мы направляемся к средней. То есть, судя по всему, мы сейчас закончим это нисходящее трендовое движение. Да, вот его величина там порядка 3000 пунктов. Сейчас вот мы остановились 2600. И вот такая огромная свечка на часовом. То есть мы движемся к нашей средней. Смотрим детально картину. Вот смотрите, что получается. Вот тут мы говорили, у нас был сигнал, да, линия пробивается. Вот здесь у нас 500 пунктов потенциал прибыли. Да, эта сделка закрылась по нулям. Я, помните, вчера говорил, да, что мы как раз обзор проводили вот в 10.30.
Потом вот здесь она загуляла, ну, она вот загуляла здесь на уровне, там порядка где-то 500 пунктов, да, и вот здесь стоп-лосс у нас 500 пунктов, и, естественно, он переносит без убыток, его выбивает. То есть здесь тоже сделочка нулевая. И дальше, когда у нас фунт загулял, он загулял уже в горизонтальной коррекции, то есть здесь нету нашей наклонной коррекции. Здесь получается только вот такая у нас поддержка сформировалась. И он сейчас от нее оттолкнулся, и все. И ничего мы здесь не можем сделать, кроме как вот этот минимум отметить, проводить ее взглядом и ждать возможного формирования минимумов. То есть по фунту в ближайшее время вряд ли у нас возникнет сделка, потому что он уже устремился к средней. Помните, как я в начале тоже наших обзоров говорил, что в трендовой торговле, в трендовых моделях всегда есть потенциал прибыли. Это вот те движения, когда у нас идет тренд. Ну, в данном случае вот я вот так обозначу вот эту ситуацию. Да? И всегда есть кусок времени, когда цена возвращается к нашей средней. И вот тот период времени, когда цена возвращается к средней, это потенциальные убытки. И наша задача их минимизировать. Поэтому мы перетягиваем стоп-лоссы без убыток, там, коррекции смотрим только наклонные и так далее. Вот. И сейчас именно этот период. То есть вот когда он начинается, это значит, что сделок вряд ли у нас будет много по фунту. Скорее всего, мы будем выжидать, потому что он сейчас здесь начнет прогуливаться каким-то образом, что-то формировать. Если придет к средней, то тренд обнулит. Но если здесь загуляет, то вот мы начнем здесь уже анализировать вот такие коррекции, которые будут для нас означать наши потенциальные точки входа. Так что с фунтом пока выжидаем. То есть я еще думал, может быть, он какую-то нам более здесь такую пологую картину, а раз уж он так резко полетел, то тут ловить пока нечего. Так, значит, канадец. Так, где у нас было тут 10.30. Вот у нас начинался, да, вот восходящий тренд. То есть здесь мы закрепились за средний. Вот наша предыдущая сессия, да. Да, пошел восходящий тренд. К сожалению, он у нас не показал коррекции, на которых можно было бы зайти. То есть смотрите, что здесь получается. Здесь получилось, что он ушел, у него максимум раз, максимум два, три. То есть максимум все время понижается, и он, в общем-то, не дал нам коррекцию, на которой можно было бы сделать вход, чтобы поучаствовать вот в этом движении. Но такое тоже бывает, всех прибыли не заработать, что делать. И вот здесь тоже, видите, вот у нас есть период времени, когда идет тренд, потенциал прибыли, есть период времени, где потенциал убытков. Ну, то есть движение вниз, да, и мы ничего здесь не можем сделать. Ну и вот здесь такая картина, собственно, и произошла. То есть вот мы, единственное, что могли, это отметить вот этот максимум, потом вот уровень вот этих максимумов, вот этот чуть пониже, да, и вот к счастью, почему говорю к счастью, потому что, видите, тренд шел, ну, вернее, тренд был формально восходящий, шла коррекция, но эту линию он не пробил. Почему говорю к счастью, потому что если линия не пробита, у нас не возникает сделки, которые могут быть убыточными, когда идет возврат к средней. Ну, то есть имеется в виду, что сейчас-то мы уже видим, что цена пошла вниз, да, и поэтому те сделки, которые здесь могли бы возникнуть, они бы у нас оказались убыточными. Но именно как трейдеры мы, конечно, обязаны в сделки заходить, но вот здесь их не было. Ну, то есть я сейчас подчеркиваю тот момент, что если мы с вами видим сделку, то мы должны ее реализовать, ну, то есть зайти в нее, да, пропускать сделку тоже означает потерять потенциальную прибыль. Но когда в итоге, да, мы видим, что рынок пошел вниз, то, естественно, мы радуемся тому, что здесь не возникло сделок, которые привели бы к убыткам. То есть это как бы, так сказать, радость постфактум, да, то есть своеобразное просто психологическое спокойствие, что не получили убытки. А сейчас мы находимся ниже средней, то есть он опять начинает свои прогулки вокруг средней, да, ну, как вот здесь было, только вот тут он пошел наверх без коррекции, да, вот здесь то же самое. Вот он сейчас показал максимум, минимум, ну и все. И означает, что мы будем теперь какое-то время здесь выжидать,
Самые агрессивные трейдеры, понятное дело, будут заходить на пробой вот этой линии, либо на пробой вот этого горизонтального уровня по максимуму, тоже по фракталу здесь иногда заходят. И вот здесь тоже минимум могут на пробой торговать. Но это уже, как говорится, достаточно агрессивная торговля. Так трейдеры тоже делают, но это не наш метод. Мы пока можем только вот отметить два максимума, вернее, один максимум здесь, один минимум здесь, и выжидать. То есть тоже мы на этой недельке больше, так сказать, отдыхаем. Дальше, австралиец. Вот 10.30, мы вот здесь проводили обзор. Видите, сказали, тоже есть максимум вот здесь, минимум вот здесь. Вот здесь потенциальную коррекцию мы выжидали. Вот здесь тоже потенциальную коррекцию выжидали, но, к сожалению, их не случилось. Да? То есть как по канату, тоже такая же ситуация. Просто колом провалился вниз. То есть тут только, возможно, кто вот мог заработать, если говорить о линиях из прошлого. Да? То есть я вот подчеркиваю эти важные моменты, чтобы, опять-таки, ну, вы как трейдеры научились, посмотрели, проанализировали. Да? То есть вот тут у нас есть вот такая линия. Это, помните, как мы с вами говорим, линия из прошлого. То есть тут уже тренд вроде бы пошел наверх, да, но вот здесь есть некоторые повышающиеся минимумы. Ну или в данном случае вот такие можно нарисовать. Тоже вы знаете, трейдеры вот так вот каналы, да, рисуют. Вот так можно сделать. То есть нам нужна коррекция. А коррекция у нас повышающиеся минимумы. Вот они, повышающиеся минимумы под трендовой линией. Здесь, к сожалению, у нас повышающиеся максимумы, а не понижающиеся. То есть сигнал на вход у нас в лонг не было. Зато вот здесь такой сигнал из прошлого. То есть при наличии восходящего тренда есть сигнал из прошлого нисходящего тренда. И вот здесь он сработал. То есть у нас идет пробой линии. И дальше уход вниз. 1000 пунктов, стоп-лосс. Там 460, то есть тоже такая сделка достаточно по соотношению риск-прибыль, но средненькая, да, то есть, но тем не менее она была. Потом уже, когда все вот загуляло в такой, в ниточку, да, трейдер, может быть, и выходит, или там выжидает, сейчас там подтягивает стоп и так далее. Это вот единственная возможная сделка по линиям из прошлого. То есть я на них подчеркиваю сейчас ваше внимание, то есть делаю акцент, почему? Потому что эти линии из прошлого тоже имеют место быть, и они важны тогда, когда у нас цена приходит к средней. То есть я надеюсь, что эта трендовая модель, она уже вами освоена. Может быть, те, кто вот недавно к нам присоединился, пока не совсем понятно, но я надеюсь, что со временем поймете. Да? То есть основной аспект, какой я освещу, да, что есть у нас несколько вариантов развития событий. И первый вариант развития событий – это когда цена уходит в тренд. Вот здесь, к примеру, да, ушла в тренд, нарисовала коррекцию и пошла в нашу сторону. Другой вариант события, развития событий – это когда цена пришла к средней, просто у нее гуляет, и коррекции никакой нету. Тогда мы берем коррекции из прошлых трендов. Да? То есть получается, что когда цена приходит к средней, нам нужно чего-то выжидать. Мы поняли, что мы можем выжидать коррекцию на текущем тренде, но также есть коррекция из прошлого тренда. Может быть, даже, ну, мы ведем этот термин, чтобы вы уже, так сказать, к нему привыкали. Да? Коррекция есть на текущем тренде, коррекция из прошлого тренда. И со временем такой свой сленг будет у нас на обзоре. Я напомню, что мы будем разбирать еще трендовые модели, и поэтому нужно, так сказать, будет вам ориентироваться по этим моделям. И, в общем-то, это тоже, ну, бывает не всегда просто, если вы прям так сходу пришли, да, аналитический обзор, и здесь используются термины, которые не очень понятны. Так вот, здесь расшифровываю, да, вот это коррекция из прошлого у нас. То есть тренд вот здесь восходящий, а по нисходящему есть коррекция, которая тоже возникает, ну, является сигналом. Вот сейчас здесь просто есть обычная коррекция на текущем тренде, то есть вот у нас идет повышающиеся минимумы, идут повышающиеся минимумы. Тренд, видите, глобально нисходящий, но вот тоже есть тенденция ухода выше. То есть мы вроде как здесь решили прогуляться ближе к средней, но пока не так резво, как, может быть, кто-то хотел. Видите, сразу раз по шапке дали, оп, все обратно. Вот если пойдет вниз, то здесь будет сформирован сигнал на вход. Ну, правда, здесь уже стоп будет огромный, такой 400 пунктов по данному графику, но тем не менее.
Так, дальше, новозеландец. Вот мы с вами его разбирали. Обратите внимание, тоже коррекция из прошлого. То есть вот у нас здесь вроде бы, ну, здесь, конечно, очень маленький максимум, он сразу ушел вниз, но все равно. Да, вот вроде здесь начинает формироваться восходящий тренд. Просто голый максимум нарисовали, а потом раз, а мы смотрим, ага, а коррекция-то из прошлого присутствует. То есть вот тренд у нас здесь тянется. Вернее, не тренд, а коррекция, да. И вот здесь она пробивается. И вот тут возникает сигнал. Это, кстати, сколько у нас? А, ну вот мы, вот в 10.30, вот мы закончили в 11, да. Вот она пробивается. А, ну и мы также сказали, что для тех, кто, зависит от того, когда линию нарисовал, да, для кого-то уже вот здесь был сигнал. То есть это был продажа в шорт, вот здесь стоп. И дальше уже мы вот в течение дня видели развитие этого тренда на 500 пунктов. Ну и сейчас, если говорить о текущем моменте, да, то есть смотрим индикаторы MACD, здесь вот только вот такая коррекция. Вот она. Она есть. Раз. Два, три. Вот. Тоже выжидаем. Но здесь движение не очень четкое, конечно, не очень мне нравится новозеландец сейчас. Но формально, да, да, есть такая коррекция на пробой вниз. Доллар-рубль отходит от средней, формирует опять нисходящий тренд. Здесь ничего пока мы сделать не можем, то есть просто летит вниз. Голый минимум, нужно выжидать. Ничего здесь пока сделать нельзя. Так, вот такая ситуация. Фунт у нас, видите, фунт что-то оживился. Фунтяра у нас, наверное, решил от 1.4 отскочить куда-нибудь. Посмотрим, ладно. Так, ну что ж, коллеги, сейчас посмотрю вопросы. Напомню, что в понедельник мы рассмотрим трендовую стратегию Александра Элдера. И добавим тоже ее в наш арсенал, если захотим, посмотрим там, как у нас пойдет. Если не будет слишком большого перегруза, там спрошу у вас обратную связь, да. То есть разберем в понедельник эту стратегию и посмотрим, каким образом она у нас на текущей ситуации работает. Так, смотрю вопросы. Какие параметры EMA используются на H1? Елена спрашивает. Значит, на H1 используются следующие параметры. Средняя с периодом 120, желтая она. Вот. Сейчас вот так сделаем. Средняя с периодом 120. Это 120 часов. Одна торговая неделя. То есть 5 торговых дней по 24 часа, 120 часов. И вторая средняя синяя, это 24 часа, одна торговая сессия. А дальше на 5-минутном мы их переносим. Между часом и 5-минуткой коэффициент 12. То есть в одном часе 12 5-минуток. Поэтому мы умножаем эти средние на 12. То есть получается, что в итоге у нас желтая средняя на 5-минутке 1440. Но реально это 120 на часовом, да, просто мы на 5-минутную ее перенесли. И 288 на 5-минутном, вторая средняя, это тоже 244 умножить на 12. Это 24-периодная средняя с часового, перенесенная на 5-минутный. То есть идейно вот эта желтая средняя и синяя средняя, это недельный тренд и дневной тренд на 5-минутном графике. Роман говорит, эмоции перед новостями. Да, согласен, согласен, что сейчас у нас идет движуха эмоциональная, то есть у нас получается, что так, пятница, да, то есть у нас торговый баланс, значит, ну это уже в принципе пройденный этап, да, так, фунт, выступление представителя ФРС США, уровень безработицы в Канаде, то есть, ну, есть, так сказать, события, которые рынком могут восприниматься своеобразно. Ну, в данном случае, вот, конечно, по, видите, по Британии у нас уходит много новостей. Ну, в общем-то, да, вот фунт на них и шевелится. Ну, ладно, посмотрим, как пойдет дальше ситуация. Так, золото. Давайте посмотрим. Так, параметры скользящих средних рассказал. Сейчас золото покажу. Так, золото у нас, в общем-то, пока стандартно себя ведет. Значит, смотрите, напомню, да, у нас тренд, вот наш, который недельный, да, сейчас по золоту восходящий. Помните, мы золото с точки зрения двух трендов разбирали. То есть недельный восходящий по нашей модели. Если говорить внутри,
то внутри этой восходящей модели формируется вот такая коррекция. Вот. То есть если пробивается эта линия, то возникает сигнал на покупку по золоту. Это в рамках недели, то есть это краткосрочная торговля. Пробой, покупка со стопом за минимум. Но также, помните, мы говорили, что нужно не забывать про месячный тренд, то есть если комплексный анализ смотреть, да, то здесь у нас еще нужно смотреть согласование трендов, да, то есть месячный тренд у нас цена под ним, под средний, то есть вот сейчас, видите, мы загуляли под этой средней, и в принципе пока формально у нас месячный тренд нисходящий, а недельный восходящий, то есть краткосрочные спекуляции в рамках недельного тренда у нас могут быть по золоту в лонг, но они у нас ограничены вот этим трендом, да, то есть очень краткосрочная такая. Да, если цены уйдут выше, то тренд может измениться, но пока он вот месячный именно, нисходящий. Хотя цены очень рядом со средней, да, понятно, что он может хоть вверх, хоть вниз пойти, но пока месячный нисходящий, недельный восходящий. Поэтому на недельном краткосрочные спекуляции в лонг возможны. Вот до, там, до средней, да, вот до этих вот уровней, чтобы взять какую-то краткосрочную прибыль. Если говорить в целом о месячном, да, так сказать, вот у нас есть 528-я средняя, да, о месячном тренде, то здесь будет формироваться уже сигнал на шорт, но это тоже глобальные уровни, это еще не скоро. То есть это вот такая картина. То есть это еще нужно туда прийти, а это, в общем-то, достаточно длительный период времени. Поэтому в рамках месяца мы сейчас не будем делать акцент, да, то есть пока вот такая супер краткосрочная торговля в рамках недельного тренда в лонг по золоту возможно. Ну вот, в принципе, золотом все. Евро-доллар тоже, смотрите, видите, пришел к средней. Все. То есть тренд сейчас обнулился, все, ждем развития событий, да? Давайте посмотрим иену еще. Ну да, иена тоже, видите, у нас тут приостановилась пока. Ну, вот такая картина. Что ж, вот, в принципе, тогда на сегодня и все. В целом можно сказать, что валютные пары у нас находятся у трендовой средней, то есть в большинстве валютных пар мы все-таки сейчас зашли в боковик. Это нормально, у нас предыдущая неделя была трендовая, до этого тренда формировались, сейчас по тренду у нас только иена фаворит. Поэтому эти позиции, ну если они у вас есть, да, то они приносят определенную прибыль. Те позиции, которые формируются по евро-доллару, по фунту, они около нулевые, либо отрицательные, то есть тут мы ждем глобального развития тренда, то есть сейчас в боковике. Это неплохо, почему? Потому что из боковика мы все равно выйдем в тренд. Но тем не менее, такая вот неделя, что делать? Смотрим развитие событий. В понедельник, напомню, рассмотрим трендовую стратегию Александра Элдера, приходите. Ну, я думаю, если вы с этой стратегией не знакомы, она вам позволит тоже концепцию трендовой торговли в голове, так сказать, систематизировать, поскольку концепция Элдера классическая, достаточно понятная, и по ней, самое главное, можно строить и другие трендовые модели уже самостоятельно. Что ж, на сегодня все. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.